Всем привет! Сын Бари Алибасова признался, что не стал бы жениться на Ольге Шукшиной, но ему симпатична другая представительница звездного семейства. Совсем недавно Лидия Федосеева Шукшина заявила, что была бы не против, если бы ее дочь Ольга вышла замуж на Алибасова-младшего. Сын продюсера рассказал, что дочка Лидии Николаевны ему не нравится, однако он был бы не против связать свою жизнь с другой наследницей актрисы. Бари Барьевич считает, что подобные заявления артистки доказывают, что ее мозг очень внушаем. Он понимает, что жена его отца просто шутит, однако заявил, что если бы ему действительно пришлось выбирать, то он выбрал бы внучку Федосеевой Шукшиной, Анну Трегубенко. Сын артиста рассказал, что считает девушку самой адекватной из всей семьи, поэтому она ему симпатична. «Я лучше бы на Ане женился. Она нормальная девушка, только уже занята», – рассказал Алибасов-младший. Мужчина также подчеркнул, что дочка Марии Шукшиной интересует больше всех как женщина. И добавил, что вряд ли бы они смогли построить отношения, потому что на данный момент оба не свободны. Однако сын продюсера не исключил, что спустя время у него и Анны может что-то получиться. Напомним, что сын Бари Каримовича остановил развод отца с Лидией Николаевной и отказался от наследства в пользу одаренных детей. Лидия Николаевна, в свою очередь, ради семьи с Бари Алибасовым, отказалась от дочери Ольги. Бари-младший решил, несмотря на личную неприязнь к Шукшиной, помирить папу с мачехой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!